Профилактика правопорушений. Прокуратура Гомельской области провела очно-дистанционную коллегию с правоохранниками региона. Нагода для нарады – несутешальные выники. У сравнении с минулым годом все лето на Гомельщине означается повеличение колькости забойствов и выпадков на умысного причинения тяжких телесных пошкоджений. У основным яны ожитявляются особами, которые злоуживают алкогольными напоями, а так само находятся на разных видах улику. Керавництво структуры ознайомилось со справоздачей районных прокуроров и вызначила план деяний, как выправить статистику. Поручено принять исчерпывающие меры, направленные на активизацию работы органов внутренних дел по подготовке материалов о направлении хронических алкоголиков в лечебно-трудовые профилактории, по выявлению граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, также об обращении в суд с заявлениями об ограничении в дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. Прокуроры ориентированы на усиление надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений и преступлений.